Живи Беларусь, слава белорусскому народу, который борется против диктатора Лукашенко. И вот увидел в сети интернет кадры, где возле станции метро Немига в подземном переходе нелегалы разбили две палатки. Фактически устроил маленький палаточный городок уже в центре Минска. Это просто трэш и ужас, что творится сейчас в Минске, прямо в эти минуты. На видео видно, как нелегалы устанавливали одну палатку и фактически устанавливают вторую. Вы вдумайтесь, в подземном переходе. Я вам хочу сказать, что Минск превращается в какую-то коммунальную квартиру наподобие песни «Дюны» группа, популярную в 90-х годах. Так что будем наблюдать, как говорится, чему этот лутаноид приведет нас всех.